Сургутский район признан территорией с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса по итогам 2021 года. Такую оценку муниципалитету дали профессионалы. Торгово-промышленная палата и Минпромторг России определили лауреатов национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Сегодня в районе ведется всесторонняя работа по созданию условий для развития предпринимательской деятельности и инвестиций в условиях санкционного давления. Общими усилиями профессионального сообщества и властей удалось увеличить число действующих предприятий до 8600. Председатель правления торгово-промышленной палаты Югры Игорь Чертов отметил, что Сургутский район создает максимально комфортные условия для инвестиционной деятельности бизнеса, воплощения новых бизнес-идей и проектов.